Доброго времени суток, дамы и господа. Похоже, компания Blizzard решила полностью выкинуть все свои коллекционные предметы в дополнение Dragonflight по типу разных там TCG-маунтов, игрушек и питомцев. Выкидываются они с помощью разных акций Twitch Drops, а на текущий момент Prime Gaming. Если мы глянем внимательно на экран, мы увидим этого прекрасного, замечательного мишку. Он являлся лутом с TCG-карт, все верно абсолютно. Большой боевой медведь. И чтобы его получить, нужно по факту сделать не так много действий. Но для большинства взаимодействий, конечно, нам потребуется VPN. Перед абсолютно всеми манипуляциями, которые сейчас будут делаться, реально стоит включить дополнительное программное обеспечение в виде VPN. Заходим на Prime Gaming, кликаем вкладку WoW, выбираем Big Battle Beer Mount. Ну а там и выбирать больше нечего будет. Само собой, прямую ссылку я также оставлю в описании. После этого жмем на большую фиолетовую кнопку, которую реально трудно не заметить. Акция кончится 27 апреля, то есть у вас более 3 недель для того, чтобы все это реализовать. Ну, почти 4 даже, да? Жмем Get In. Если у нас есть аккаунт, взятый откуда-то логин-пароль, то мы кликаем Sign In. Если же у нас его нет, то мы можем попытаться зарегистрировать, все это сделать сами. Если вам лень этим заниматься, если вы не хотите все это делать, то я рекомендую перейти на другой сайт с целью просто-напросто покупки этого логина и пароля для Prime Gaming. Конечно, кто-то может подумать, что это рекламная интеграция, но я сам решил не напрягаться и просто-напросто перешел сам же по своей реферальной ссылке, которая, кстати, будет находиться в описании, нажал на предметы, отфильтровал по цене, листанул чуточку вниз и оформил покупку. Потратить 5 рублей на то, чтобы скипнуть этап регистрации, а почему бы и нет? Так намного проще, так намного удобнее, и просто-напросто потом я перешел на сайт на Gaming Amazon, да, Prime Gaming, нажал Sign In, связал учетки Battle.net и, получается, Amazon, все, забрал как мишку для Warcraft, так и карточку эпическую для Hearthstone, так и облик для Overwatch, но почему бы и нет, да, в Overwatch я не зайду, но пусть будет, окей. Конечно, после всего этого сделанного, после всего полученного, аккаунт стоит открепить. Мы переходим в управление учетной записи и открываем вкладку «Подключение». Там будет этот Prime Gaming, и мы его просто-напросто открепляем. Сейчас покажу, как это выглядит. Открыв управление учетной записи, мы слева жмем кнопку «Подключение». Листаем чуточку ниже, и тут у нас будут разрешенные приложения. В этом списке находим что-то связанное с Prime Gaming, Amazon, и просто-напросто открепляем. Награды остаются. Как говорят сами Близы, как говорит сама компания Blizzard, это не последняя такая раздача, и, возможно, то есть придется вновь, да, либо самим регистрировать себе эти новые аккаунтики, либо, ну, покупать их просто-напросто. Вариант с покупкой мне понравился больше, поэтому я именно его и провернул. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Если имеются вопросы, дайте знать об этом в комментариях. До скорого!